Где были рельсы, прорастет трава. По ту сторону нового рынка разбирают трамвайные пути, чтобы чуть ниже проложить второе разворотное кольцо. Там, где будет новое кольцо, сейчас снимают асфальт. И, кстати, второе кольцо будет длиннее первого у торгового центра «Пионер». То 155 метров, это 189. Местность имеет уклон. И то есть все расчетные данные, как показали, как нам нужно, какие углы соблюсти. Чтобы соблюсти плавность выхода из главного пути и вход в главный путь после разворота, именно такая длина и получается. Асфальт рвут трактором. Здесь готовят котлован под шпалы и рельсы. Сегодня же начнут установку новых опор. По словам главного инженера Горэлектротранса, второе кольцо из-за длины затратнее, но обойдется дешевле, так как используют материалы с демонтированных на мосту путей. Оба разворотных кольца почти восстановят единую трамвайную линию по проспекту Ленина. Ведь 1 июля на это кольцо уже должен заехать маршрут номер 3. Добираться в центр по рельсам в обход автопробок будет проще, а пересадка не отразится на кошельке, объясняют в мэрии. Люди также будут доезжать на трамвайном маршруте номер 3, переходить по пешеходной связи. И уже со стороны торгового центра «Пионер» у нас курсирует трамвайный маршрут номер 1 и номер 4, где они могут воспользоваться как раз пересадочным тарифом в течение 100 минут бесплатной пересадкой. Карту с пересадочным тарифом уже купило 140 человек. А с появлением второго кольца, полагают в мэрии, желающих станет больше, ведь пользоваться пересадкой будет удобнее. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.